Законодатели Ямала подвели итоги своей деятельности за прошлый год. В 2012 году окружные парламентарии приняли 160 законов, из которых 32 являются базовыми и 128 вносят изменения в действующее законодательство. Одной из наиболее значимых стала поправка в закон о здравоохранении, которая закрепляет абсолютно за всеми детьми до 3 лет из малоимущих семей норму на получение полноценного бесплатного питания. К слову, за эту поправку активно выступали на местах, ведь до ее принятия бесплатное питание на детских молочных кухнях для малышей выдавалось только по предписанию врача. В прошлом году в нашем городе молочное питание получало не более 500 детей только по медицинским показаниям. Благодаря работе администрации города Ноябрьска, администрации Центральной городской больницы, в этом году количество детей, получающих бесплатную нашу продукцию, увеличилось до 800. То есть расширен список деток, которые могут получать, в том числе и дети, по социальным показаниям.